Десятилетие детства, объявленное с этого года президентом страны Владимиром Путиным, включает в себя решение очень важных задач. Строительство школ, ремонт детских учреждений, совершенствование системы дополнительного образования. Под особым контролем вопрос ликвидации очередей в детские сады и обеспечения малышей местами в ясельных группах. Майские указы президента Владимира Владимировича Путина по ликвидации очередности детей старше 3 лет город Чебоксары успешно выполнил. За 5 лет было построено 20 детских садов. Это был первый этап реализации федеральной программы «Детские сады детям». Благодаря ей в столичных детских садах было создано дополнительно 12 тысяч мест. И если еще 5 лет назад в очереди стояло более 20 тысяч малышей, то сейчас все дети старше 3 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Второй этап предполагает предоставление мест для воспитанников младше 3 лет. Так что строительство садов продолжится. А пока администрация столицы ищет возможные варианты, малыши могут ходить в 2 специальных детских сада, где созданы ясельные группы. Нам исполнилось 1,5 года, нам позвонили, пригласили. Мы, естественно, отказываться не стали. В данный детский сад у меня ходит дочка Александра, ей 1 год и 10. Впечатление самое замечательное. Адаптацию прошли очень легко. Конечно, в этом есть огромная заслуга педагогического состава. Вот, сумели заинтересовать ребенка, сумели настроить на нужный лад. Ходим с удовольствием, очень нравится. Маленькая Юлиана в детский сад ходит уже 2 года. Привыкать к жизни в коллективе она начала в центре игровой поддержки. 2 месяца, что ли, 3 месяца ходили мы. Потом уже перешли в группу. И как бы у нас ребенок адаптировался уже. И уже как бы легко уже в садик как бы пошла. И без проблем уже оставалась, спала. Конечно, 2 ясельных группы для нашего города – это немного. Поэтому в рамках десятилетия детства в этом году планируется строительство 2 детских садов. В микрорайонах Новый Город и Соляное. Первые этажи в них отведут под группы для детей раннего возраста. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.